Бензин в Самарской области за последние две недели подорожал еще почти на 1,5%. Так, средняя стоимость 92-го бензина составила 31 рубль 36 копеек за литр, 95-й – на 3 рубля дороже. Дизельное топливо подорожало примерно на 0,5%, до 32 рублей 76 копеек за литр. Резкий рост цен на топливо был зафиксирован в середине июля. Этим заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе. В ведомстве в ближайшее время должны определиться, насколько обоснован рост цен.